Всем привет! У меня сегодня день рождения, только какой-то грустный праздник, потому что идет дождь, на улице ужасно, а я купила мясо. Но если завтра будет хорошая погода, то мы, конечно, завтра поедем. А я хочу сегодня! А сегодня вот такие вот у нас тучи, облака. Милана плачет. А у тебя что, сегодня день рождения? Поехать! У тебя день рождения сегодня? Он, девочка, не плачет, а ты ноешь. Какая? Чего расплакалась-то? Какая погода сегодня хорошая. Вообще просвета не видно. Все сыро. Вон какие цветочки красивые. Сейчас вам покажу. На лужу наступила. Смотри, какие цветочки красивые. Обалдеть. Да, сегодня... Мам, вот, пой... Так, что решили, так как на улице дождь, но вот солнышко появилось, решили мы поехать... Куда решили поехать? Мы даже не знаем, куда мы поедем. Сначала, наверное... Ездим за лампочкой. За какую? В машине перегорела фара. Нужно лампочку купить. Ну это на самое потом. Какой потом? Ну на самое потом. Нет, потом. Это сначала мы купим лампочку. А потом? А автоимпорт. Слушай, надо посмотреть. И, в общем, поехали, наверное, в Белиссимо. Да, Милан? Да. Ложка-нож? Ложка-нож. Да? Вилка-нож. Вилка-нож. Сидим. Сейчас посмотрим, чем нас тут угостят. Ай, блин, Милан, ты что делаешь? Ничего. Ты мне хочешь дырку в руке сделать? Нет, вот Мари, тоже. Что делаешь? Помаши, поздоровайся. Я даже дырку вот тут сделаю. Ой. Милан, убери все. Она плохо себя ведет, она сегодня не в магазин, никуда не пойдет. Пойду в магазин. Тогда успокойся, пожалуйста. Я рисовать вообще. Я твой хочу. Тогда тебе надо телефон принести. Я тогда сразу телефон принесу тебе. Ты его не уронишь? А? Сейчас покажу, как тут красиво, отделка, тут отделка, конечно, это вот реально, прям кирпич. Стены, наверное, там были. Вот как. Там уже отделка идет, да? А здесь просто кирпич. Прикольно. Я тут впервые ни разу не была. Ждем
Лифт. На какой этаж поедем? На второй. На второй этаж. Вот, спускается. В общем, сегодня чуть день рождения, у меня прям весь испорченный. Этим сиропом еще в этом вилке на уши. Ой, я самый эмоций в твоей здесь. Забегай быстрее. А какой? Мама. Третий, наверное. Мама. Да, я здесь. Ой, уж тебя вижу. Как ты дотягиваешься? Покажи. Ха-ха, Кирюша, в лифте дотягивается. Я могу еще. Еще уже вырос такой. Пойдемте уходить. Я тоже еще не вырос. Приехали сейчас в этот. За Кирюшей. Он VR играть пошел. Мы с Миланой съездили уже в детский мир. Милана взяла магнитный конструктор. Мне со скидкой, потому что у меня день рождения. И девочки, что хочу сказать. Друзья, девочки мне сказали не говорить, потому что это опасно для жизни. Девочки, когда я говорю. В общем, друзья, такая ситуация у нас была. Мы ходили в кафе «Ложка», ой, «Вилка-нож». У нас тут в Касимове есть такое кафе. И значит, мы, ну, я, дети заказали 2 коктейля молочных. Ну, я чек сюда поставлю, подчеркну. В общем, нам вместе с коктейлем пробили 2 сиропа. Я, конечно, попросила чек. И в чеке уже обнаружила, что 2 сиропа пробиты. Оказывается, коктейль отдельно, сиропа отдельно. Вы такое встречали когда-нибудь? Я первый раз вижу. Если я заказываю коктейль, например, ванильный, то я ванильный коктейль и заказываю. Почему какой-то сироп мне должны отдельно пробивать? Мне кажется, цена коктейля уже входит и сироп, и все такое. Если у вас отдельно цены на коктейль, и на... а тут еще получается по 20 рублей за каждый коктейль, мы заплатили еще по 40 рублей плюсом. Мало что коктейль там, я не знаю, сколько он стоит, там в чеке будет цена. Так еще и за сироп мы должны платить. Я первый раз такое встречаю. Я если беру всегда коктейль, мы всегда, вот даже в Тбилиси мы берем коктейль, мы называем, какой нам надо, клубничный, там, ванильный или карамельный коктейль, то нам так и пробивают карамельный коктейль. Но дополнительно сироп с нас не берут. Тут получается, оказывается, берешь молочный коктейль, еще дополнительно сироп платишь. Какая-то сказка прям нереальная. Вот так вот. Прошел мой день рождения, но еще не прошел, еще домой не доехали. Ждем Кирюшу, как он там поиграет в VR. Вот. Ты что, уже его открываешь? Да. Да? Нет. Собралась играть? Пойдем за Кирюшей сходим. Пойдем сейчас Кирюшу заберем. Он там, наверное, поиграл уже. Мама, я так не помню, да? Блин. Че, опускай давай. Помыла руки? Че, пойдем коктейльчик возьмем? Девочки, сейчас находимся в Тбилиси. И смотрите, какая штука. Стой, остановись. Смотри, какая штука тут. А что она делает? Бэби... В общем, пеленать ребенка, менять. Вот так вот ее берем, опускаем. И вот тут вот пеленаем ребеночка. Видите, смотрите, какая штука. Даже можно оставить в туалет сходить, пристегнуть его. Вот так вот. Я такую штуку даже, я даже не замечала. Думаю, зачем она тут? А сейчас, блин, дочиталась, что это, оказывается, ребеночка пеленать. Такая штука. Надо же, вот так берешь, открываешь ее, ложишь ребеночка и спокойно в туалет идешь. Он никуда не денется даже. В общем, мы опять в Белиссимо. Ждем Кирюшу, Милана там играет. На пицце сидит. Пицца пиная девочка. Милан! Что, будешь коктейль? Открывай трубочку. Только смотри, не переверни, а то перевернешь его. Аккуратней. Трубочку открой. Какая длинная. Длинная, да. Она длиннее всех других.
Это как ты знаешь, на кого похож? Давайте поближе подвину. А ты знаешь, на коктейль на кого похож? На кого? На коктейль на нас. У него такая закусочка была. Да, не переверни, вот тут держись. Держись вот тут за коктейль, поняла? Приехали домой, а мне вот подарок подарила девчоночка одна. Такие вот два горшочка. Я очень рада, девочки, я готовить люблю. Эти прям горшочки мне прям нужны, потому что у меня было 6, и осталось только из них 3. А теперь 4, 5. Теперь у меня будет 5. И с крышечкой, как я люблю. А красивые какие. Обалдеть. Это мой вот единственный подарок на день рождения, кто сделал мне подарок. Пока больше никто. Пока только смс-ки, поздравления были. А так больше ничего мне не подарили. Вот. А она подарила. Я, конечно, вот от кого, от Наташи, я не ожидала, что она мне подарит подарок. Девочки, даже не ожидала. Спасибо, Наташа, если ты меня будешь смотреть. Эти очень-очень благодарны, мне очень нравится. Я люблю готовить, и горшочки, они мне прям... Это прям такой подарок, прям нужный. Так, приехали домой, а там погода вообще ужас, что творится. Все сверкает, все горит огнем. В общем, дождь опять, ливень. Дурдом, в общем, на улице. Вот, какая тарелочка кабачков. Ну, это мужу, наверное, это мне. Ну, я не ложу ни майонез, ни сметану, ничего. Ну, я так люблю. Вот, если только вот такую вот штучку еще. Вот, очень мне нравится. Это вкуснотища. Прям я вот, блин, я ела, наверное, постоянно вот такой вот. А еще, смотрите, вот тут вот еще дожаривать. Тут уже осталось... Половинки какие-то неровные, отрезанные. Вот. Сейчас дожарю. В пережарочку я ложила томатик, лук, укропчик, ну, зелень всякую. Чеснок еще. Вот, чеснок. Обязательно. В общем, раньше это было еда бедных людей. Сейчас это еда для богатых людей. Это модно. Цукини, елки-палки. Ну все, всем пока, девчоночки, буду заканчивать блог. Прям длинный получился, день рождения сюда, наверное, войдет, и все. Да, еще розыгрыш, ну, наверное, розыгрыш до этого блога выйдет. Я думаю, будут раньше. Я хотела сегодня или вчера сделать розыгрыш, но вчера у меня не было сил. Сегодня у меня, по ходу дела, тоже сил что-то не хватает. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И напишите мне про море, что там с морем. Потому что я... Видела видео, где море цветет. Говорит, в него заходить прям противно. Down to the ground. You're dragging me. It's constantly. No, I won't make a shot.